Вот. Чисто я решила просто. Были у меня косточки, я понимаю, там мясо 2 столовых ложки с них. Просто косточки были, тоже экономлю. Вот. Просто косточки свинины. Вот. Осталось у меня 3 помидорчика в салате, все остальное скушали. Вот. Кстати, это Эмилю очень понравились макароны, съел, правда, 2 порции. Вот. Мама вообще вышла и сказала, что говорит, я такие каждый день кушаю. Это ее слова были. Говорит, спасибо Джейми Оливеру. Говорит, ты, ну, типа, видимо, насмотрелась и такую вкуснятину приготовила. Вот. Да еще и дешево. Так, на паузу на секунду. Разнашиваешь ты? Да, разнашиваю. Ну, кстати, уже получше. А что-то прям первый раз, когда дюнки так узкие. Сейчас я налью. Прям были. Нет, у тебя просто чуть-чуть одна нога больше, другая меньше. Ничего такого. Шире, а не длиннее. Не в длине, а шире. Вы здоров, конечно? Нет. Почему? Не хочу. Отстань. Вот такой вот, в общем. Я понимаю, зеленушечки бы сюда бы, хоть капельку бы. Ну, что поделать? Это и так хорошо. Что теперь? Без зеленушечки придется. А это у меня тут капелька буквально оставалась от салата. Давай от этого отрежем. Вот, и я добавила. От этого отрежем зеленушечку. Нет, от этого не годится. Вот. Просто супчик тоже очень экономный. Кстати, подсчитала я уже точно, наконец-то я подсчитала, насколько мне то блюдо обошлось. Вот. Ну, спагетти. Ровно 100 рублей. Я сначала думала 95 рублей. Ровно 100 рублей. Я все до рубля посчитала. Даже масло? Примерно. Все, да, посчитала. Вот. Масло я, правда, там, не знаю, там рублей 5 на него всего положила. Кстати, можно купить роллтон обычный. В нем же масло. Не, да я это в креме, а ты меня снимаешь. Зачем? Ладно. Смотри. Роллтон же продают вот этот. У него же есть пакетик масла, именно 5 миллилитров в нем. Мне когда же рейд пройдет? Как в городе. Ну, да, говорю! Вот что-нибудь там за покупками, что ветер, вот что-нибудь там это. Так она опять начинает. То там во дворе, если что-то убираешь, тоже начинает опять. Там же 5 миллилитров масла и краски. Ты и дождь еще добавишь, приправки добавишь и масло вот этого. Краски 10 рублей вот это масло и обходится. Еще плюс макароны, плюс приправу, мне кажется. Нет, я вот слушай, я подсчитала так, слушай. 100 рублей, короче, так, все. Я налила в казан маслица. Ну там, я, кстати, насмотрелась тоже Джейми Оливера. Он никогда не льет много масла, как я раньше лила масло, у меня прям всю жиру плавало. Вот. Он экономит масло. Вот. Я тоже налила немного масла. Думаю, вдруг морковь будет подгорать. Все-таки, может быть, мало масла. Я привыкла целую горбу. Вот. Это. Вон она, та собачка бегает опять. Я косточки вывалила. Вон и вон. Собачка. Прям питбультерьер. Какая вытянутая. Обычная собачка. Так, ничего она не укусит. Да ладно, давай договаривай. Она у косточку потащила. Я кости выношу, когда вот там готовлюсь. Я целую гору навалю, короче, костей. Собачка приходит и кушает. Она может чья, я не знаю. Она сюда приходит. Вот. Ну, жалко, я в мусорку не стала выкидывать. Собачка поест. А, так, в общем, масло налила небольшое количество. Так, сразу прям морковку. Начистила прям резко, вот прям пока казан буквально раскалялся. Я все очень быстро прям тоже старалась, быстро прям начистила морковку, все нарезала. Она, кстати, мытая была, ну, удобно, когда покупаешь мытую морковь. Реально мытая была, что ты так смотришь? Вот. Я почистила и все прям. Нарезала мелко прям, ну, мелко, прям быстро. Я сначала на дольки, а потом уже дольки вот так вот. Вот, нарезала, засыпала морковку, потом прям почистила быстро 2 лука, прям следом опять это засыпала. Потом быстро нарезала помидоры без, ну, как вот это вот, без серединки, короче, вот, чисто, чтобы мякоть одна. Нарезала помидоры, туда заложила, вот, помидоры заложила, помешивала где-то минутки 3, все, пока вот это вот, чтобы помидоры вот это все вот это вот, и, может, даже минуток 5. Вот. Ну нет, минуты 3, наверное. Огонь был сильный. Вот. Потом добавила томат-пасту, опять все это помешала. Потом уже в курке от огурцов.
Не знаю, вкусно получилось. Вот. Да какой там вкусный, там вообще что-то необыкновенное было. Вот. И все это я опять-таки помешивала. Вот. Естественно, посолила где-то чайную ложку. Чуть-чуть, может, без верха. Потому что там от паст соленое все. Да, я не редко очень пересолю. Уж не помню, когда я пересолю. Когда последний раз влюблялась. Я уж. А я. Так я и сейчас влюблённая, это что такое? Еще как, прям сразу. С первого взгляда. Нет, просто есть прикол. Пословица, типа, если пересолишь, то влюбилась в кого-то или что-то какая-то. А, ну значит, я 2 года назад где-то примерно влюбилась. Было такое дело там. Вот. Ну ладно. Это через. Я экран влюбилась. В одного дядя. Вот. Ладно, проехали. Это. Забыл, что. Короче, что я хотел сказать. Что ты. Мозги. Мозги уже. Короче, ты про морковь что-то там заливал. Заливал про морковь. Хотел секунду, 30-секундное видео записать. Это называется про супчик. Уже 30 секунд. Уже 6 минут 30 секунд. В общем, что я там? А, ну я это, заложил макароны. Вот. И не один стакан, а 2 стакана. 2 бокала налила воды. Один слишком мало был, я налила 2. Кое-как попыталась перемешать, но они не перемешивались. Вот, особо. Так, чуть-чуть совсем. Они же твердые, как я. Вот, я старалась только, чтобы они все были вот так вот, а не кучкой. Иначе они слипнутся просто в одну кучу. Вот. Когда все закипело быстро, они прям смякались быстро. И я их смогла быстро перемешать. А потом я их за все время, пока они готовились, где-то минут 15. Почему долго готовились? Вот. Ну, так 5 минут на медленном огне, чтобы они уже прям вот. И минут 10-8 где-то на быстром огне. Вот. И я их прям вот так вот тщательно перемешивала. Ну, это что-то необыкновенное, конечно, было. И плюс за такую цену, как говорится, это. А, ну да, я же тушенку еще добавляла. Тушенку еще. Когда я засыпала уже помидоры. Вот так пословица работает. Да, это когда я засыпала помидоры и вот эти шкурки, я еще добавила тушенку. А уж потом макароны. Вот. В общем, вот такое вот блюдо, как. Ну, такое вот 30-секундное видео. А я вот суп тоже сварил. Очень тоже бюджетненько совсем. 5 картофелин у меня было. Это чисто для какой-то пикантности там. Просто это. Ну просто суп, короче. Простой. Все черный перец. Сегодня все смотрела, 15 рублей пакетик черный перец. Ой, на пирожки что-то протратили. Ну ладно. Зато поели. Да. Ну, в общем, вот так вот. Короче, ладно. Пока. Выкладывать буду, наверное, если что, ночью, так что уж теперь. Так уж пока. Вот такое вот 30-секундное в кавычках видео на 8 минут и 24, 25, 26, 27, 28, 29. Пока. Лайлотов.